Итак, кресло и диван – это группа? Мебель. 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 Да, мебель. 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 Что это за группа? Да, это группа мебель. Мебель. Да, а хватит повторять. Так, ну, какая группа? Эта группа называется мебель. 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 Эта группа называется на букву М мебель. 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 Неужели? Или все-таки мебель? Мебель. Угу. Мебель. А что есть у самолета внизу, на чем он ездит? Сащи. Сащи? Да, сащи. Сащи? Шасси? Сащи. Шасси. Сащи. 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 Шасси. Сащи. Шасси. Сащи. Сащи. Шасси. 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 Да, Сащи. Сащи. Как? Шасси. Умница. Молодец. Фу. А группа? Шасси. А вот эта группа как называется? Мебель. Мебель. Как? Мебель. Умница. Фу, это было нелегко. Сащи. Сащи. Как? Сащи. Как у самолета? Сащи. Сащи. Умница. Сащи. Мы изучали слова шасси и мебель. Мебель, да. Как? Мебель. 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 Да. Мебель и сащи. Как? Шасси. Шасси. И? Мебель. Мебель. И? Шасси. Шасси. Умница. Мебель. Мебель и шасси. Все.